ты живешь как верующий человек, соблюдаешь заповеди, соблюдаешь церковный устав, потом умираешь, и выясняется, что Бога нет. Ты ничего не потерял. Ты жил и умер хорошим человеком. А теперь, если ты живешь так, как будто никакого Бога нет, прожил жизнь и закончил где-то под забором, и вдруг узнаешь, что Бог есть, ты потерял все. Поэтому жить человеком верующим гораздо выгоднее и социально более привлекательно. Потому что человек, который в своей жизни исходит из того, что предписывает вера, этот человек и для государства, и для народа, и для своей жены, и для детей. Этот человек прекрасен. А человек безбожный, ну, он способен на все. У него нет как бы никаких внутренних запретов, кроме внешнего. Там МВД, прокуратура, там тюрьма, вот этого сдерживают. А так у него нет тормозов. Если плохо лежит, украл. Если никто не видит, ударил. Если он здоровый, нахамил. Так что если кто это предпочитает, пожалуйста.